дамы и господа, я очень рад, что вы закончили наконец-то. Значит, на самом деле я видел, какие ваши были взгляды, лица, как вы с большим энтузиазмом сюда приходили, читали, значит, свои, значит, доклады, да, как вы дискутировали. И, конечно же, я думаю, что вот этот дух, который вы сюда принесли, частичка его здесь останется. И, значит, даже мы, так как это настолько важно, то, что вы делаете в духовном смысле, и я хочу очень поблагодарить нашего уважаемого посла Ремигиуса Матузаса, что он поддержал эту идею, которая уже 24-й раз проходит, значит, уже в нашем этом здании, в доме Балтушайтеса. И сам лично посол сегодня пришел, чтобы, значит, вас как бы поддержать, что вы такие профессора, академики, собрались вдруг у нас здесь, в этом маленьком, небольшом, значит, помещении, не в каких-то больших аудиториях, и что вы поделились опытом и с какими-то своими, значит, замечаниями или какими-то вот открытиями, которые сделали для себя в течение года. И, конечно же, все это вы будете сейчас с больших сцен в университетах передавать студентам. И что для нас радостно, что это отсюда все пойдет, из этого, и мы можем считать себя мировым центром. Понимаете? Дом Балтушайтеса, посольство Литовской Республики, это мировой центр, откуда наука, значит, вот эта мысль, вот этот дух, он пойдет в мир. Если можно, пока я буду вот так порядка, вот здесь вот рояль поставлю, если можно, уважаемый господин посол, не знаю, просто несколько слов уважаемым господам, так как здесь очень такая батарея из Литвы приехала, даже 4 ученых, значит, представляют Литву на этой конференции. Вот, да, это наши ученые. И это все женщины, понимаете, такие умные, красивые. Поэтому, знаете, это, если можно, уважаемый посол, пожалуйста. Ремигиус Матузас, чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики. Ладно, Захарас, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В первую очередь, мне очень отрадно, что уже сложилась традиция, красивая традиция, и это мероприятие много лет проходит здесь, в доме Балтрушайтеса, помещение нашего посольства. Мне коллеги, которые работают давно в министерстве, говорят, это... Я спрашиваю, почему, если здесь написаны 3 посольства, вот Латвия и Эстония, говорю, почему в прошлом году было здесь, а почему не может быть помещение Эстонии или Латвии? Ну, мне отвечают коллеги, что это традиция. Традиция, что проходит здесь, дома, Балтрушайтеса. Мы тоже рады, и я тоже признаю, что в этом доме есть и история, есть и дух, и действительно вам спасибо. Мы иногда забываем, что после восстановления наших независимых государств и российских государств в ельцинских времен прошло 4 века. Это очень много. Выросло новое поколение, которое тоже обучилось где-то вот в Италии, в Соединенных Штатах и так далее. И мне кажется, что очень важно именно, что нас не забывали, что мы продолжали этой традиции, а связи мы имеем очень много, особенно вот с страны Балтии, с россиянами, с Россией. Где мы не ходили, вот везде встречаю, и я очень рад, что представители балтийских стран ценят ученых и людей искусства. Особенно мы гордимся, как я вручал верительные грамоты здесь, когда приехал в прошлом году, так мне сказали, что так что, литовцы завоевали культуру здесь. Так, конечно, руководитель Восточного театра Вахтангова, другой очень талантливый Миндаугас Харбауский с театра Маяковского. И практически в каждом сегодня театре, если мы идем, мы встречаем актеров,
литовцев, также из Латвии и Эстонии. И также наоборот, если мы смотрим, все больше людей едут, переводят частично свой бизнес, деятельность активизирует страны Прибалтии. Спасибо вам и спасибо, что вы здесь, что вы делаете полезную работу. И, конечно, это тоже оставляет, это часть нашей истории, часть нашей культурной жизни. Спасибо вам, что, особенно, что вы продолжаете эту традицию, за ваш энтузиазм, поддержку. Александр говорит, что только на вас держится эта инициатива. Это спасибо вам и всем участникам. Большое спасибо, уважаемый посол. И, конечно же, не просто так, уважаемый посол, обратил внимание на Татьяну Владимировну, на душу этой конференции. Нет, вы душа. Вы все это делаете, вы всех подстегиваете, вы всех интригуете. Каждый год что-то новое, все какие-то новые лица. Поэтому, Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, зачем вы это делаете? Я все-таки хочу, чтобы основная нота моего выступления была благодарность. Сейчас действительно такая ситуация, что не говорить о политике нельзя. И мы хотим еще раз сказать, так же, как и все эти годы, с 90-го года, с независимости Литвы, и до этого, когда у нас в Институте славяноведения по инициативе Владимира Николаевича Топорова, Вячеслава Всеволодовича Иванова, начались связи с балтийскими с учеными, балтийскими странами, и особенно с Литвой, которой какое-то близкое отношение, как к близким. Ну, как известно, мы старший и младший брат, причем литовцы, литовский язык старший брат, самый старый из живых индоевропейских языков. И сейчас мы продолжаем сердцем быть с Литвой и с балтийскими странами. Мы, которые так действительно цепляемся за дом Балтрушайтиса. За дом Балтрушайтиса, который для нас является символом вот этой духовной связи, духовной и сердечной связи. Поэтому мы понимаем, сколько труда стоило организаторам, посольству, культурному атташе. Какая это нагрузка? У посольства хватает дел и без нас. И мы очень благодарны за это. Мы благодарны за то, что вы нас принимаете, потому что, как мне кажется, то, что начато было уже четверть века назад. И, в общем, началось это с того, когда, как я помню, как в январе мы стояли со свечами перед посольством. Я помню потом, когда по инициативе Будрайтиса началась эта деятельность научная, которая действительно, совершенно к посольству не имеет отношения, даже сугубо научные конференции. И как это расцвело такую духовную и душевную связь. Мне хотелось бы, чтобы это продолжалось. И мы благодарим господина посла, госпожу посла, мы благодарим господину культурному атташе, наших неприсутствующих, то есть ваших неприсутствующих компатриотов,
из латвийского и эстонского посольства, но, надо сказать, такой энтузиазм помощи у Литвы, поэтому мы не хотим расставаться и с домом Балтужайтиса, который, конечно, пропитан совершенно особым духом. Спасибо всем докладчикам, и приехавшим, и пришедшим. Представлены не только литовцы, но и латыши, и эстонцы. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто помогал. Наши опоры Марии Вячеславовны Завьяловой. Артем Валерьевич Каверин, который не только в этот раз было 4 видеозаписи, и это была очень большая работа. Спасибо Ниоле. Спасибо всем, кого я не назвала, по склерозу, очередный по такому. Ну что, по-моему, все. Спасибо. Скажите, что вы играли на открытие? Это импровизация на тему Гея Кончелли. Ваша? Вот, я сказала, я победила. Да, начали там Чурлёнец и так далее. Геш – это наш композитор. Я еще хотел, конечно, Вера Полиловой, аплодисменты, конечно, потому что... Так что все уже довольны, всех уже мы поздравили, всем поблагодарили. Всем? Да, всех. Да, точно? Да. Не пропустил? Не пропустил. И, конечно же, в этом году, как и во всех этих летах, которые были с начала моего присутствия на должности атташе по культуре или культурного, или я культурный, или не культурный. Значит, у нас всегда по традиции такой небольшой концерт. Ну, первый, конечно, год был бы шикарный, здесь было 60 человек, хор. Я помню, здесь хора было больше, чем зрителей. Нет, а я один раз действительно был. Вы видите, это уже память, понимаете, это уже память, как вы говорите. Это уже память. Вот. И сегодня, конечно, я бы хотел представить прекрасных молодых музыкантов, прекрасную солистку Ирину Риндзину, которая, значит, поет современную музыку в современной опере. И это очень тяжело, потому что иногда она из своего голоса делает такие вещи, которые вообще, в принципе, в партитурах не написаны, но композиторы хотят этого. Это особенно близко для немецкой современной музыки. Но Ирина Риндзина, она одна из первых таких солисток. Но сегодня она решила исполнить классическую программу. Поэтому сегодня мы услышим и Чайковского, и Рахманинова, и Пучини, и Бизе. То есть, а Маскани я его услышал? Маскани услышим, да. Он тоже сам споет. Вот. И сегодня Ирине будет аккомпанировать прекрасный пианист, который один раз уже играл у нас в посольстве. Это Александр Златин, который прекрасно владеет фортепиано, изощренный интеллектуальный человек. И сегодня вот этот дуэт для вас, это для вас подарок. Они тоже, можно считать, что, как и наш господин посол из сферы научной, он же учитель, как и вы учителя. Посол нас учит, вы других учите, понимаете? Ну, то есть вы практически из одной сферы все, из научной, интеллектуальной, высокой сферы. Поэтому я очень благодарен всем, что мы друг друга поддерживаем и делаем такие прекрасные, значит, красивые мероприятия. А еще сегодня, вот чуть попозже, я просто потом уже не буду говорить, но если зайдет вот две девушки, один парень, так одна из них будет моя коллега, атташе по культуре из Парижа. Она специально приехала на вашу конференцию посмотреть, чем же вы тут занимаетесь. Вот она вот сейчас едет, и она будет как раз вот, значит,
как начнется концерт, она вот войдет и будет слушать вместе с вами. И под ваши сейчас бурные аплодисменты я хотел бы сейчас позвать на сцену солистку Ирину Рындину, сопрано, и пианиста Александра Златина. Будут бурные аплодисменты.